Привет, ребят. Необычное видео во время стрима. Меня попросили, а сними лифт. О, вот тут ходит. Сними лифт в своем доме. Но есть такая категория зрителей, которых интересует вот эта лифтовая тематика. Меня-то не особо, но мне не сложно, почему нет. Вот давайте попробую. Снимаю на телефон, чтобы была подсветка и плюс. Вроде как с близкой дистанции можно. Это вот первый этаж. Вот так вот это выглядит. Вот так вот. Так вот выглядит лифт. Его меняли, по-моему, лет 10 назад. Зеркало, панель без кнопок. Давайте наверх. Так. И там человек, да еще и с собакой. Неудачно. Ну вот так вот мы попробуем вызвать склад колясок. Эта кнопка не загорается. Не знаю. О, приехал. Только кнопка не горела. Вроде никого. Ну, поеду на свой этаж. Такие кнопки сдвоенные, видите? Второй, третий, четвертый, пятый. Ну, потому что лифт между этажами останавливается, что весьма неудобно. Ну все. Это была, так сказать, моя проба в съемке лифта. Все. Не знаю.
угодил я тому, кто просил, или нет. Но больше я ничего не могу придумать. О, поехал. Ну все. Ходит он, кстати, достаточно тихо. У меня квартира рядом. Собственно говоря, не особо напрягает. Все. Лифтовая тема закрыта.